Я нахожусь в горах, недалеко от города Мурсия, Испания. Это юг Испании. Это очень жаркое место такое, но в то же время и красивое. Такой вот обзор отсюда. Так, а теперь я хочу кое-что показать вам. Значит, смотрите, интересный момент такой. Ну, очевидно, очень очевидно, что эти горы есть результат вулканической деятельности. Видно, что вот лава снизу ушла и таким образом поднималась вверх, застывала. Причем, судя по структуре этой лавы, это ну, из недр, из глубоких недр земли поднималось все. Вот. И здесь вот есть интересный такой момент. Вот, ну, видно, что вот это вот был когда-то цельный камень. То есть пик, вершина вот горы. И очевидно, что это когда-то был цельный камень такой, монолит. Но прошло время, и этот монолит просто растрескался на большие глыбы. Вот их видно здесь. Очевидно прям. Ну, вообще этот камень, он где-то выше человека, ну, выше высокого человека. У меня рост 1,85 м, и этот камень выше меня, то есть довольно-таки большой, массивный. Но он весь вот развалился на такие огромные куски. Судя по всему, здесь вот был еще часть этого камня, и оно, видать, упало и рассыпалось туда дальше, и покатилось вниз. Не совсем понятно, почему этот камень изнутри просто порвался. И вообще, когда он так вот был порван, то ли сразу же после вулканической деятельности, когда начала лава застывать, через какое-то время внутреннее напряжение его разорвало, то ли значит, с большим количеством лет это происходило в результате температурного перепада, ветров. Ну и можно посмотреть, что этот сам, вообще-то, этот камень, он не единородный. Из таких вот маленьких камушков, скрепленных таким вот раствором. Ну и здесь и большие, конечно, камни. Раствор вот такого вот красного цвета есть. Есть вот такого серого какого-то, желтого даже. Скрепляют эти камушки, камни большие.